In the service this evening, на служении сегодняшним вечером, I want to share with you a prophecy. Я буду пророчествовать. Something I believe God has already started to do. То, что я верю, Господь уже начал делать. It's begun around the world and it's beginning here in your country. Он начал делать это по всему миру и начинает делать это в вашей стране также. That'll be in the evening service tonight. И на эту тему буду проповедовать сегодняшним вечером. I want to talk to you about crisis praying. Я хочу говорить сегодняшним вечером о молитве. Now, I'm telling it even now before I give you this prophecy tonight. И я говорю вам прямо сейчас, до того, как я буду пророчествовать вечером сегодняшним. What God is about to do о том, что Господь собирается сделать. Is the most amazing thing God has ever done in the history of creation. Это самая прекрасная вещь, которую Господь делал во всей истории творения. Other than the birth of His own Son. Кроме рождения Сына Своего. And something very, very exciting is coming. Что-то прекрасное грядет. But as I was praying about the service this afternoon, и когда я молился о сегодняшней проповеди, сегодняшним днем, in fact, last evening and all of this day, I have been struggling with the Holy Spirit about what I was to speak today. Вчерашним вечером, на протяжении всего дня сегодня, я был в борении с Духом Святым. Я спрашивал, что мне на какую тему мне необходимо проповедовать сегодня. I hear this incredible praying while we're gathered here. Я слышу эту невероятную молитву, прекрасную молитву, когда мы здесь собраны вместе. And I know that the majority of you are praying men and women. И я знаю, что большинство из вас люди молящиеся. And this was my argument with the Lord. И это то, как я аргументировал с Богом. I'm going to have to bring a hard message. Я буду проповедовать достаточно таки тяжелую проповедь. And I don't think these people need it. Я не думаю, что эти люди нуждаются в ней. Because I think there's a lot of praying. Потому что я думаю, что они молятся много. There's a cry for growth. Люди вызывают к Богу о росте церкви. There's a cry that God will expand your borders. Люди взывают к Богу о том, чтобы Господь распростер границы ваши. But the more I prayed, но чем больше я молился, the more I realize that I have to do what He's called me to do. Что я должен сделать то, к чему меня Господь призывает. I've never claimed to be a prophet. Я никогда не говорил, что я пророк. But I am a watchman. Но я страж Божий. Just one of many. Я один из многих. And God spoke clearly to me. И Господь сказал мне ясно. That what is coming in the future. Что то, что грядет в будущем. This glorious work of the Holy Spirit. Явление победоносное явление Духа Святого. Your churches are not ready. Что церкви ваши не готовы. You're not ready. Вы не готовы. We're not ready in the United States. Мы не готовы в Соединенных Штатах. But I'm speaking particularly to those that are in this, I don't care whether you're Pentecostal or what denomination you may be from. И я говорю ко всем деноминациям здесь. Мне все равно, какая ваша деноминация, пятидесятники или какая-либо другая. God's about to do a new thing in this nation. Господь будет творить новое в этой нации. Beyond anything you could conceive. Сверх того, что вы можете себе только представить. But many are not going to be ready. Но многие не будут готовы. Many churches and pastors are not going to be ready. Много церквей и пастырей не будут готовы. Now I want to talk to all of you. И я хотел бы обратиться ко всем вам. I didn't come here to spank anybody. Я не приехал сюда, чтобы наказывать кого-то. I'm really not here to try to correct people. Я даже не пытаюсь направлять людей. But you see, I'm 72 years old now. Но видите ли, мне уже 72 года. And I've got nothing left to prove. И мне уже больше никому ничего не надо доказывать. If you don't like me here, I have a church I can go to and preach. Если я вам здесь не понравлюсь, у меня есть церковь, где я могу проповедовать. And I don't try to please anybody anymore. Я не пытаюсь кого-то чем-то просто ублажить. The hour is late and Jesus is coming. Час поздний, и Иисус грядет. It's time for truth. Время для истины пришло. It's time for the Holy Ghost to dig deep into our hearts. Время к тому, чтобы Дух Святой глубже копал к сердцах наших. And I can tell you what I share with you is something He's done deep in my own soul. И то, чем я поделюсь с вами, это что-то, что Он сделал глубоко в душе моей. Some of you are in women's ministries. Некоторые из вас в женских служениях. There may be some elders here. Возможно, здесь есть старейшины церквей. Youth pastors.
молодежные пастыря. And those who work in parachurch ministries. И те, которые работают в молитве, в ходатайственной молитве. But I want to speak to all of you. Но я хотел бы обратиться ко всем вам. Heavenly Father, I pray now. Господь Отец Небесный, я молю Тебя. For a special anointing of the Holy Spirit. О особом помазании Духа Святого. God, you're trying to say something to us today. Господь, Ты пытаешься сказать нам что-то сегодня. Thank you for the precious word this morning. Я благодарю Тебя за слово драгоценное, которое Ты дал нам сегодняшним утром. You want to put joy in our hearts. Ты хочешь вложить радость в сердца наши. And remove the sorrow and the depression. И убрать печаль и депрессию. From all of our hearts. Из наших сердец. But oh God, dig deep now. Но Господь, прикоснись к нам больше. And set forth a foundation. И положи основание. Upon which all these things are built. На котором все эти вещи строятся. Lord, let it flow out of my inner being, I pray. Я молю, чтобы это текло из сердца моего. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Daniel testified. Даниил засвидетельствовал. Behold, a hand touched me, перед тем, как он прикоснулся ко мне, which set me upon my knees and upon the palms of my hands. И я склонился пред ним. That's in Daniel 10:10. Это Даниила, 10 глава, 10 стих. And here's what he said. И вот что он говорит. God touched my life, Господь прикоснулся к моей жизни. And this touch from God brought me to my knees. И это прикосновение Божье поставило меня на колени. And it gave me an urgency to pray. И дало мне желание молиться. And this touch from God made me seek the Lord as I've never sought Him before. И это прикосновение Божье побудило меня искать Бога так, как я его не искал никогда до этого. Why does God use certain men and certain women? Почему Бог использует определенных мужей и жен? Why does God pick out one here, one here? And over here, he picks out certain men, certain women that become seekers after God. Почему Господь выбирает одного человека здесь или одну женщину там? Почему Он выбирает людей выборочно, людей, которые ищут Бога? Did the initiation of it start in heaven, or did it start in the heart of these individuals? Откуда, где начинается этот процесс? Начинается ли он на небесах или в сердцах этих людей? Why did God touch Daniel in such a special way? Почему Господь прикоснулся к Даниилу таким особым образом? I spoke just shortly a little bit about Daniel last night. Я вчерашним вечером упоминал о Данииле. But there were other godly men in Babylon at the time seeking God. И в те времена были Божьи мужи, которые искали Бога в Вавилоне. We know of Shadrach, Meshach, Abednego. Мы знаем о Сидраге, Мишахе и Авденаго. And probably at the time Ezra and Nehemiah were young men. И в то время, возможно, Неемия был молодым человеком. And there were at least 50,000 that were prepared to go back and rebuild the temple. И было по крайней мере 50,000 человек, которые были готовы идти восстанавливать храм. But why does God touch this particular man? Но почему Господь прикоснулся к этому человеку? Even out of those thousands who had a heart for God that would give up Babylon and go back through the hardships to rebuild Jerusalem. Что было в сердце этих людей, которые хотели оставить Вавилон и возвращаться идти через испытания, чтобы восстанавливать Иерусалим? I want you to go to Daniel, if you will, please. Я хочу, чтобы мы вместе с вами открыли книгу Даниила. Go to the 10th chapter. Десятую главу Даниила. And I want you to see it in your own Bible, please, chapter 10:10. Я хочу, чтобы вы прочитали в своих Библиях 10 глава, 10 стих. And behold, a hand touched me. Ну вот коснулась меня рука. Set me upon my knees and upon the palms of my hand. И поставила меня на колени мои и на длани рук моих. He said something supernatural happened to me. Он сказал, что-то сверхъестественное произошло со мной. God touched my life. Господь прикоснулся к моей жизни in a new and special way. Особым образом. And when I got this touch from God, и когда я получил это прикосновение it от Бога, put me on my face. Я преклонил колени свои it caused me to become a man of prayer. И я стал мужем молитвы. You know he prayed three times a day as it was. Вы знаете, что он молился три дня в день. But God was asking more. Но Господь просил больше. He was bringing this man to a crisis. Он вел этого человека к кризису. Because you see, when God wants to restore and God wants to do a new thing. Потому что видите ли, когда Господь хочет восстановить, и он хочет творить что-то новое. Where there's been ruin and the house of God has been
threatened, где было разрушение в доме Господнем, где была угроза дому Господню. All through the history of this book, в истории описания этой всей God книги. Doesn't use angels, Господь не использовал he uses men. Ангелов, но Он использовал godly людей, men and godly women. Божьих мужей и жен. They were not destined from eternity. Они не были предрасположены к этому в вечности. Они сделали решение, они приняли решение в сердце своем God, искать лица Божьего prayer, и быть мужами и женами молитвы. Them, и Бог начал являться He им. This urgency to pray. Они видят эту необходимость молиться. You see, God calls every minister to pray. Видите ли, Бог призывает каждого служителя к молитве. I don't know why you'd be in the ministry if you didn't get a call to pray. Я не знаю, почему вы были бы в служении, если бы у вас не было призвания к молитве. And almost every young preacher has this call. И у каждого молодого проповедника есть это призвание молиться. Not just in church. Не только молиться в церкви. But they have hourly time that they pray daily with the Lord. Но они должны ежедневно молиться Богу. But as they get older and minister longer. И когда они становятся старше и служат больше, they lose that urgency. Они теряют эту необходимость, жажду эту молиться. They don't feel the urgency. Они не чувствуют этой жажды и необходимости. And they get so busy. И они становятся настолько заняты. And they don't pray. Что они не молятся. I remember an old prophet coming to me. Я помню, когда ко мне пришел пожилой пророк, великий муж Божий, великий муж молитвы, который написал несколько книг. His name was Leonard Ravenhill. Его звали Леонард Рейвенхилл. He wrote Why Revival Tarries. И он написал книжку «Почему прерывается, когда приходит пробуждение». Sodom had no Bible was one of his books. У Содома не было Библии, это было название другой его книги, который путешествовал по всему миру. Я помню, что он сказал. Он сказал, Давид, проповедники не молятся. Я вижу это по всему миру. Они размышляют. Oh, they give God a certain time, moments a day. Они проводят немного времени с Богом на протяжении дня. They pray to get a sermon. Они молятся, чтобы Бог дал им проповедь. And they count their study time as prayer time. И они считают, что время изучения битвы это Библии это их время молитвы. But as a rule, preachers do not pray. Но, как правило, проповедники не молятся. I couldn't believe that when I heard it. Я не мог поверить в это, когда я услышал until I traveled это. The world, пока вместе я не начал ездить по миру. I had a pastor and his wife asked me to have lunch with them. Пастор и его жена пригласили меня на обед с ними. He pastored a church of 1,000. Он является пастором церкви в 1000 человек. And we're sitting at the table in a restaurant. Они сидели за столом в ресторане. And she turned to her husband. She said, "Please tell him, or I'm going to tell him." И она повернулась к нему и сказала, или ты ему скажи, или я ему скажу. Thought, oh boy, another adultery story. И я думаю, о Господь, еще одна история прелюбодеяния. I don't think I want to hear this. Я не думаю, что я хочу этого услышать. But that's not what it was. Но это не была эта история. His wife was concerned. Его жена начала волноваться. And he told me. И он сказал мне. He said, Pastor David, он сказал, пастор Дэвид, I'm a good pastor. Я хороший пастор. 1,000 people. Тысячи людей в церкви. I love my people. Я люблю народ, людей своих. But I have not prayed in 1 year. Но я не молился уже целый год. I've not prayed in a year. Я не молился целый I год. I don't know how to pray anymore. Я даже не знаю, как молиться. And his wife was heartbroken. И сердце жены его было сломлено. She said, my husband is so good at this. Она говорит, что мой муж настолько хорош в этом, что он может быть пастором церкви без молитвы. Я был в шоке. And I hear it everywhere I go. И я слышу это везде, куда я еду. Now I know that most of you do pray, probably. Я знаю, что, возможно, большинство из вас молятся. But God has put this on my heart for this afternoon. Но Господь положил эту проповедь сегодняшним днем. I want you to look at verse 2 in chapter 10. Давайте посмотрим на второй стих 10 главы. And I'll read all the way down through verse 9. И мы прочитаем до 9 стиха. Go ahead. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней.
А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои, и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его, по виду, как блестящая медь, и голос речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я голос слов его, и как только услышал голос слов его, в оцепенении пал я на лице мое и лежал лицом к земле. In this, the context of this, контекст этого местописания, Daniel had been reading the prophecy of Jeremiah. Даниил читал пророчество Иеремии. 70 years would be fulfilled, and then Israel would go back to the promised land. Через 70 лет Израиль пойдет в землю обетованную обратно. And he discovered that this was the very year. И он понял, что это был тот год, в котором он читал это местописание. But nobody was talking about it. Но никто об этом не говорил. God was going to bring a restoration. Господь хотел принести восстановление. God wanted to take his people back. Господь хотел вернуть народ свой. God wanted to restore his church. Он хотел восстановить церковь свою. And no one was seeking God. И никто не искал лица Божьего. In the Bible says he said, I began to fast. И в Библии сказано, я начал поститься. For 3 weeks I went into a crisis. Я на 3 недели пошел, был в состоянии кризиса. I didn't eat any pleasant bread. Не ел хлеба вкусного. Nor wine. Не пил вина. I didn't anoint myself. Не умощал себя. 21 день shut in with God. Был наедине с Богом. Now, he was not shut in for 24 hours a day. Он не был закрыт 24 часа в сутки. Because the Bible said he did his king's business. He did the business of the king. Потому что Библия говорит, что он исполнял свои служебные обязанности при дворе царя. He was the third leader in Babylon. Он был третьим лидером в Вавилоне. A very busy man. Очень занятый человек. But the word of God had awakened him. Но слово Господне пробудило его. He knew God was trying to do something for the house of God. И он знал, что Господь хочет сделать что-то для дома своего. He's not talking about some great thing for himself. Он не искал, и он не говорит здесь о большом даре для себя самого. And after 21 days of fasting, и после 21 дня поста, 21 days of seeking God, после того, как он искал лица Бога 21 день, he got the same vision John got on the Isle of Patmos. Он получил то же самое видение, которое было у Иоанна на острове Патмос. And here stands before him a certain man clothed in linen. И вот стоит пред ним человек, одетый в льняные одежды. The same flaming eyes that John saw. Те же самые пылающие глаза, которые видел Иоанн. This was a vision of Christ himself. Это было видение Иисуса Христа. There was, his voice was like thunder. И голос его был подобен молнии. His appearance was like lightning. И он явился как молния. And Daniel said, I alone saw the vision. И он говорит, я единственный видел это видение. The men that were with me didn't see the vision. Люди, которые были со мной, они не видели этого. But a great fear fell upon them. Видение, но большой страх напал на них. They fled and hid themselves. И они убежали и спрятались. Now get the picture, if you will, please. Постарайтесь представить себе это. These were good men. Это были хорошие люди. You remember that Daniel started in Babylon by a separation from all that was unclean. Вы помните, что Даниил начал свое служение в Вавилоне, отделяясь от всего нечистого. He would have not associated with an unclean or ungodly person. Он не общался с нечистыми или беззаконными людьми. These had to be men that knew God. Это должны были быть люди, которые знали Бога. And they were with Daniel. И они были вместе с Даниилом. And this vision comes forth. И это видение было дано. And it's as bright as lightning. Оно было яркое, как молния. And a voice like thunder. И голос, как гром. And Daniel says, I alone saw and heard. И Даниил говорит, я единственный видел и слышал. Why was he the only one that heard it? Почему он был единственный, кто слышал это? Why did those others that were with him? Почему другие, которые были с ним? Why did they see nothing? Why did they hear nothing? Почему они ничего не видели или ничего не слышали? Why did they run and hide? Почему они спрятались? The only reason I can imagine anyone hiding from God's presence is sin. Единственная причина, которую я могу себе представить, почему люди прячутся от присутствия Божьего, это грех.
And I see this. Я вижу это. And he sees this vision of Christ. И он видит это видение Иисуса Христа. He said, and I fell on my face. И он говорит, я упал на лице свое. And a hand came on me. И рука упала And really, it means it pushed me to my knees and upon the palms of my hands. И это означает, что рука просто придавила меня, я упал на колени и на длани рук своих. And God said, in essence, here's what God said. И вот что Бог говорил. I've been trying to speak to this nation. Я пытался говорить к этой нации. I've been waiting to find a man. Я ждал найти человека. Who would understand the crises. Который бы понимал кризис. And understand the times. Понимал времена. And would give themselves. И которые бы посвятили себя. Who would make a decision. Которые приняли бы решение. To fast and pray. Поститься и молиться. That I could make them a voice. Чтобы я мог их сделать своим голосом. They could become an oracle for me. Чтобы они могли быть моим ораклом. And I would give them my words. И отдам им слова свои. I would speak through them. Я буду говорить через них. And cause them to stand up. И они встанут. I would speak my words unto them. Я буду говорить им слова свои. And here's what the scripture says. И вот что говорит Библия. The voice came to Daniel. Голос был дан Даниилу. Fear not. Не бойся. Because from the first day you set your heart. Потому что с первого дня, как ты расположил сердце твое. To understand and chasten yourself before God. Чтобы достигать разумения и смирить себя пред Богом твоим. Your words were heard, and I've come for thy words. Слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. God said, I remember the very day and the hour. Господь говорит, я помню день и час. You were into my word. Ты изучал слово мое. And my word challenged you. И ты увидел вызов в слове моем. You saw the promise that was made. Вызов сердцу своему, и ты увидел обетование, которое было дано. And you began to mourn and weep. И ты начал плакать. You made a conscious decision. И ты принял сознательное решение. To shut everything down. Остановить все. Only do that which is absolutely vital. И делать только то, что имеет важность. And give me all your waking hours. Чтобы ты был больше был в бодрствовал предо мной. Get on your face. Преклонял колени. And begin to fast and pray. И начал поститься и молиться. And I saw that day you made up your mind. И я помню этот день, когда ты принял это решение. Don't care what anyone else says or does. Не волнуйся о том, что или делает или говорит I don't care if I'm the only one fasting and praying. Было ему все равно, был ли он единственным человеком, кто постится и молится. Someone has to touch God. Кто-то должен был прикоснуться к Богу. God wants to speak. Господь хотел говорить. And I want to hear. И я хочу слышать. I'm not satisfied. Я не удовлетворен. I want to see God do something in Jerusalem. Я хочу, чтобы Господь сделал, увидеть, как Бог делает что-то в Иерусалиме. Jerusalem is in ruins. Ибо он разрушен. The temple is broken down. Храм в запустении. The walls are in ruin. Все стены разрушены. And God said and promised He would do something. И Господь дал обетование, что Он сделает что-то. And this is the time. И это время. And I want to see God fulfill His word. И я хочу увидеть, как Бог будет исполнять слово свое. And I promise you now. И я обещаю вам сейчас. God knows the day. Господь знает день. And He knows the very hour. И Он знает час. That you got fed up. Когда вы устали just playing church, от просто игры and going в церковь through the motions, и испытывать просто эмоции and just trying to get a sermon, и стараясь просто получить проповедь. And one day you read the Bible, и один день вы читаете Библию. You saw that God said, I'll pour out my spirit on all flesh. И вы видите место Писания, которое говорит, и залью Дух мой на всю плоть. You begin to read the signs of the times. Вы начинаете изучать признаки времен те. And the Holy Spirit began to tell you, и Дух Святой начинает говорить I want to use you. Я хочу использовать I want to restore. Вас. Я хочу восстановить. I want to build up what has fallen down. Я хочу восстановить то, что разрушено. And God said, I remember the day, и Господь говорит, я помню день, that you, когда ты, I don't care who you are, мне все равно, кем ты являешься. You can be an unknown woman in the church, ты можешь быть неизвестной женщиной в церкви. An elder. Старейшиной церкви. A pastor of a little church. Пастырем небольшой церкви. But a day came. Но наступил день. When you said, I'm going to seek God. Когда ты сказал, я буду искать лица Божьего. And you begin to chasten yourself as Daniel did. И вы начнете исследовать себя, как это делал Даниил. You would not eat food. Вы не будете есть пищу. You would go into a fast. Вы начнете поститься. And you would seek my face.
И вы будете искать лицо мое. And God knows the very day you start. И Господь знает тот день, когда вы начинаете это делать. And that's why we're not ready. И поэтому мы не готовы. Because God has to have a praying, fasting people. Потому что у Бога должны быть молящиеся и постящиеся люди. I know what I'm talking about. Я знаю, о чем я говорю. I pastored a little church in just a little town of 1,800 people. Я был когда-то пастором церкви. I was 26 years old. В городе, который насчитывал население 1800 человек. And one day, однажды, after 5 years, через 5 лет, in that little town with that little flock, в этом небольшом городе с малой паствой, something snapped inside of me. Что-то во мне перевернулось. I looked at the same people for 5 years. Я смотрел на тех же самых людей 5 лет. People were not getting saved. Люди, которые не получают спасения. There were some, but there was no great moving of the Holy Spirit in our midst. Некоторые спасались, но не было большого движения Духа Святого среди нас. People were satisfied. Люди были удовлетворены. They wanted a pastor who would marry and bury them. Они хотели, чтобы у них был пастор, который бы их женил и хоронил. And it was very comfortable. Для них это было все очень удобно. I could go hunting or fishing anytime I wanted to. Я мог идти на рыбалку или на охоту в любую секунду. I was a faithful pastor. Я был верным пастором. But we call ourselves a Holy Ghost Church. Но мы называем себя церковью Духа Святого. We call ourselves Pentecostal. Пятидесятниками. We call ourselves Full Gospel. Полного Евангелия. Anointed of the Holy Ghost. Помазанный Духом Святым. In a way, thinking we were greater than others in town. Думая, что мы лучше, чем другие в городе. And the very fact that you call yourself Full Gospel. И тот факт, что вы называете себя полным Евангелием. Is an inference that others only have half the gospel. Это означает, что у других, возможно, только лишь половина Евангелия. And so I looked at my own heart. Я посмотрел на своё собственное сердце. And I started digging into the word. Я начал изучать слово Господне. Through the book of Acts. Через книгу Деяний. And I began to see how we didn't measure up. И я смотрел, насколько мы были далеки. And I would go into my pulpit. И я шёл на сцену церкви своей. And I would look at that same group of people. И я смотрел на тех же самых людей. Just wanting another sermon. Которые хотели просто услышать проповедь. Something new. Что-то новое. Nobody's witnessing. Никто не свидетельствовал. But we're all praying. Но мы все молились. Oh God, bring them in. Господь, приведи людей. Bring in new people. Приведи новых людей. Rend the heavens and come down. Распростри небеса и приди. And what we're trying to say. И все, что мы пытались сказать. I won't go. Я не пойду. I'm not going to do it. Я не буду этого делать. Holy Ghost, you do it. Дух Святой, ты делай это. He's not going to rend the heavens and come down. Он не распрострет небеса и не спустится. While you're sitting in front of a television set. Когда вы будете сидеть перед телевизором. And then you're praying, oh God, send the fire. И будете молиться, Господь, пошли пламя. Bring in our neighbors, bring in the sinners. Приведи неспасенных, приведи наших соседей. No, you're going to sit there another 5 years. Вы будете там сидеть еще 5 лет. And you're going to preach to the same people. И вы будете проповедовать тем же самым людям. And after a while, it'll become a job. И через какое-то период времени это станет для вас простой работой. Paycheck. Это просто будет зарплата для вас. Living. Просто образ жизни. And eventually it will die. И в конце концов это умрет. And I got tired of it. И я устал от I этого. Said, this is not Pentecost. Я сказал, это не есть Пятидесятница. At Pentecost, they were added to the church. В Пятидесятнице люди прибавлялись к церкви. At Pentecost, the fire of God came down with conviction. В Пятидесятнице пламя Господне пришло в обличении. And I said, oh God, и я сказал, Господь, I don't care what it takes. Мне все равно, чего это будет стоить. I don't care what anyone else says or does. Мне все равно, кто делает, что делает кто-то другой. I'm going to pray. Я буду молиться. I'm going to dig into the Bible. Я буду изучать Слово Твое. I'm going to learn your heart. Я буду изучать сердце Твое. I'm tired of preaching sermons. Я устал от простых проповедей. I want a voice from heaven. Я хочу, чтобы голос с небес был. I want to know when I stand up. Я хочу знать, что когда I have come from the throne of God. Я проповедую трона Божьего. How do you talk about expanding the church in this country? Как вы говорите о росте церкви в этой стране? Why should the Holy Ghost come? Почему Дух Святой придет? When we have not been willing to change. Когда мы не хотели меняться. How is it that mothers come to me? Почему матери подходят ко мне? Pray for my son. И говорят, молись за моего сына. Он в грехе. One mother said, my boy is in prison. Одна мать сказала, мой сын в тюрьме.
I want you to pray, pastor, that the Lord will convict him and save him. Я хочу, чтобы вы, пастор, помолились, что Господь обличит его и спасет его. My heart is broken. Сердце мое было сломлено. I said, I ask you a question. Я сказал, позвольте мне задать вам вопрос. In the past 30 days. На протяжении последних 30 дней. How many hours have you prayed for him? Сколько часов вы молились за него? How many tears have you shed for him? Сколько слез вы пролили за него? And she bows her head. Она склонила голову свою. And she says, well, really, I'm so busy. With two jobs, I have not had time to pray for. И она сказала, вы знаете, настолько занята своими двумя работами, что у меня не было времени молиться за него. And very lovingly, I said to her. И в любви я сказал ей. And I have no time to pray for him. Я сказал, у меня тоже нет времени молиться за него. Because I know you watch television. Но что я знаю, что вы смотрите телевизор. And you're wanting me to pray for your son. И вы хотите, чтобы я молился за сына вашего. If you're here today. Если вы здесь сегодня находитесь. And you've got unsaved children. И у вас есть неспасенные дети. Or grandchildren. Или внуки. And you tell me you want to see. И вы говорите, что вы хотите, чтобы они спаслись. And you're telling me that you don't have time. И вы говорите мне, что у вас нет времени. You've not shed a tear in weeks. Вы не пролили ни слезы на протяжении многих недель. I don't care if you're a preacher or preacher's wife. Мне все равно, проповедник ли вы или жена проповедника. Мне все равно, кто вы. If you tell me you want them saved. Если вы говорите мне, что вы хотите, чтобы они спаслись. And you've not been weeping for them. И вы не плакали. You've not been praying for them. И вы не плакали, не молились за них. You're just lying to yourself. Вы просто обманываете себя. I don't want to hear it. Я не хочу этого слышать. I hear people saying we want revival. Я слышу, люди говорят, что они хотят пробуждения. I hear pastors praying for revival. Я слышу, как пастыря молятся о пробуждении. I hear whole churches praying for revival. Я слышу, как целые церкви молятся о пробуждении. I don't want to hear it anymore. Я больше этого не хочу слышать. It's hypocrisy. Это лицемерие. It's empty rhetoric. Это просто пустая риторика. If we meant it, если мы серьезно к этому относимся, we would be seeking God in a crisis situation. Мы будем искать Бога во время кризиса. We would be fasting. Мы будем поститься. We would be weeping. Мы будем плакать, рыдать пред Богом. We wouldn't be spending hours in front of television laughing and joking. Мы не будем проводить часами перед телевизором, смеясь и шутя. You talk about your family's in trouble. Вы говорите, что ваша семья проходит через проблемы и испытания. How much time have you been watching television? Сколько времени вы смотрите телевизор? Compared to the time you've been shut in with God. По сравнению со временем молитвы вашей. And I got tired of that. И я устал от этого. Because I would come home Sunday night. Потому что я приходил домой в воскресенье вечером после проповеди. Preaching. После как я проповедовал. Turn on the television. Включал телевизор. And fall asleep watching programs. И засыпал, когда смотрел его. And in the evening. И вечером. After doing my pastoral work. После как я оканчивал свою пасторскую работу. Go to the television. Я включал телевизор. And sit and watch. И сидел и смотрел. Violent programs. Программы, где показывают насилие. Where people were being murdered. Где убивались люди. Even the cowboy pictures. Даже фильмы с ковбоями. People being shot up. Людей просто застреляют. And God spoke to my heart. И Господь сказал сердцу моему. I destroyed the earth once for violence. Я когда-то разрушил всю землю за насилие, из-за насилия. And here you are sitting watching it. И вот ты сидишь и смотришь это. God made me a promise. Господь дал мне обетование. If you get rid of your TV set and spend that time praying. Если ты избавишься от своего телевизора и будешь проводить время в молитве. I'll answer your prayer. Я отвечу на твою молитву. And I'll change you. И я поменяю тебя. I told my wife. Я сказал своей жене. I said I want to sell the television set. Я сказал, что я хочу продать телевизор. Because I'm wasting too much time. Потому что я трачу слишком много времени перед ним. Takes me away from prayer. И я не молюсь. She said, "It's up to you." Она сказала, что это зависит от тебя. I said, "I'll tell you what we'll do." Я сказал, вот что мы сделаем. I'll advertise it in the newspaper. Мы разместим объявление в газете. If it's God speaking to me, если это Господь говорит мне, I give him a half hour. Я дам ему полчаса. If it doesn't sell in a half hour, если он не продастся за полчаса, we'll keep it. Мы оставим его. 5 minutes after the paper came. Через 5 минут, когда газета уже была распространена. Telephone call. Нам позвонили. It was sold. Этот телевизор был продан. Came and took it away. И люди пришли и забрали его. Holy Ghost said, "Now go pray." И Дух Святой сказал: "Теперь иди и молись." All those hours you wasted. Все эти часы, которые ты потратил впустую. You give them to me now. Теперь отдай их мне. This was the beginning of summer. Это было начало лета. And I know what God was saying to this man Daniel. И я знаю, что Бог говорил этому человеку Даниилу. I hadn't fasted. Я не постился. And I began to fast. И я начал поститься.
And I would take my car up on a hill. И я ехал на машине своей на холм. Where my wife could look out the window and see my car parked on the top of the hill. И где моя жена могла выглянуть из окна и увидеть мою машину, стоящую на вершине холма. And I took an old Bible and went into the woods. Я брал свою Библию и шел в лес. And I said to my wife. И я сказал своей жене. If anyone from our church needs me, tell them to blow the horn and I'll come out of the woods. Если кто-то из церкви нуждается во мне, просто скажи им подойти к моей машине и посигналить, я выйду из леса. And for weeks. И на протяжении недель. Sometimes whole days. Иногда целыми днями. With this book. Я был с Библией. Not this one. Не с именно этой Библией. You couldn't even buy for any amount of money the original one. Вы даже не можете купить за любые деньги оригинальную Библию мою. Because every page is marked. Потому что каждая страница помечена. I began to weep. И я начал плакать. I began to seek the face of God. Я начал рыдать перед Богом и искать лица Его. I wasn't preaching sermons now. Я больше не проповедовал обыкновенных проповедей. My wife knew I was a different man. Моя жена знала, что я стал иным человеком. My church knew I was a different man. Моя церковь знала, что я стал иным человеком. I was going out now in the evenings, hanging out with young people. И я по вечерам шел и проводил время с молодежью. Inviting them to church and getting them saved. Приглашал их в церковь, и они спасались. Set an example for my church. И я показывал пример церкви своей. Why would your church go out and witness if you don't? Почему ваша церковь, члены вашей церкви должны свидетельствовать, если вы не идете свидетельствовать? Why would your people pray if you don't? Почему люди будут молиться, если вы не молитесь? That's hypocrisy. Это лицемерие. And God began to speak to me for months. И Господь говорил мне на протяжении многих месяцев. When it got cold, I stayed inside and went into my little prayer room. Когда стало холодно, я проводил время в своей молитвенной комнате. And one day, и одним днем in church, в церкви I just fell slain, я просто упал, простершись на пол. Weeping. Я рыдал. I couldn't stop weeping. Я не мог остановить этого плача. My wife and some of the church thought it was a nervous breakdown. Люди в церкви, моя жена моя, думали, что у меня нервный срыв. But it's the same thing. A hand touched me and set me on my face. Но это было то же самое, что произошло с Даниилом. Рука коснулась меня и поставила на колени мои. They had to escort me to my parsonage. Меня отвели в мою пасторскую комнату. I went into my study. Я вошел туда. Didn't know what it was about. Я не знал, о чем идет речь. And I opened a magazine. И я открыл журнал. It was called Life Magazine. Это был журнал Life. And I saw the faces of seven young men. Я увидел лица семи молодых людей. In New York City. В Нью-Йорке. Who had stabbed and killed a polio victim in a wheelchair. Которые зарезали молодого парня, который был в кресле-каталке. And Holy Spirit spoke to my heart. И Дух Святой сказал сердцу моему. I want to change your life. Я хочу поменять жизнь твою. Ever since you started seeking me, с того времени, как ты стал искать меня, is waiting to speak. Я ждал говорить тебе. Now I speak to you. И теперь я говорю тебе. Go to New York City. Иди в Нью-Йорк. And try to talk to those boys. И попытайся поговорить с этими молодыми людьми. I told the church. Я сказал церкви своей. I said I don't have any money. Я сказал, у меня нет денег. Come and put it on a communion table if you want to help me. Пожалуйста, сделайте жертвоприношение, если вы хотите помочь мне на столе здесь. Just enough money to get to New York. I'd never been there. И у меня было жертвоприношение этим вечером достаточно, чтобы просто доехать до Нью-Йорка. Я никогда не был в этом городе. Scared me to death. Я испугался до смерти. I went to the trial. Я пошел на суд. And I didn't know how to get to the judge. Я не знал, как добраться до судьи. I saw those seven boys. Я увидел этих семерых молодых людей. Teenagers. Подростков. Scared to death. Испуганных до смерти. Judge was about to dismiss the service the Friday. Судья уже готов был закончить суд. And I had my Bible. У меня была моя Библия. I got up out of my seat. Я встал со своего места. Right in the courtroom. Прямо в этой судебной комнате. Started marching down toward the courts, toward the judge's bench. И я начал подходить к скамье судьи. And I held up my Bible. Я держал Библию свою. Said, I'm a pastor. Can I have a moment with you, please? И сказал, я пастор, я могу с вами поговорить несколько минут. Suddenly, police were all over me. И неожиданно полицейские подбежали ко мне. And dragged me out. Они выбросили меня с этой комнаты. Then in all the papers. Сюда и затем во всех газетах. There's the picture.
фотография была. Bible waving preacher interrupts murder trial. Проповедник, махающий Библией, прерывает судебный процесс по убийству. Judge feared for his life. Судья боялся жизни своей. He thought I was a gangster, something had a gun inside my Bible. Я думал, что я был бандитом, и у меня был пистолет в Библии моей. His life had been threatened. И я думал, что это была угроза жизни. I went home in shame. Я уехал домой в стыде. My father said, "What did you do this time?" Мой отец сказал мне, что ты сделал в этот раз. I said, "I don't know." Я сказал, я не знаю. All I could do was weep. Все, что я мог делать, это рыдать пред Богом. Because you see, when I came out of that courtroom, потому что видите ли, когда я вышел из этого зала суда, went around the corner, я повернул за угол. I saw police wagons. Я увидел полицейские машины. And the doors would open. И двери открывались. And 10-15 teenagers, all handcuffed together, were being led into the prison. И 10-15 подростков в наручниках их завели в тюрьму. Gang leaders and gang members. Главы банд. And I began to weep. И я начал плакать пред Богом. I went home. Я поехал домой. I said, God, after all these months of praying. Я сказал, Господь, после всех этих месяцев молитвы. I see a city. Я вижу город. One of the largest cities in the world. Один из самых больших городов в мире. And young people going to hell. И молодежь идет в ад. No, why did you send me? Господь, почему ты послал меня? You said you'd never put me to shame. И ты сказал, что ты никогда не постыдишь меня. I'm being mocked everywhere. И надо мной смеются везде. It's a crazy preacher. Они говорят, что это сумасшедший проповедник. The Lord said, "Go back." Господь сказал мне, возвращайся. I went back the next week. Я поехал обратно на следующей неделе. Get into the city. Я приехал в город. Park my car. Запарковал машину. And I stand by my car. И я стоял рядом со своей машиной. I said, "Well, here I am. What do I do?" И я сказал, вот Господь, я приехал. Что теперь мне делать? He said, "Stand still." Он сказал, просто останься стоять. And suddenly, here comes some young men up to me. И вот ко мне подошли молодые люди. Egyptian Lord Gang. Они были, это команда египетские бандиты. They said, "Aren't you that preacher in the paper?" Они сказали, не ты ли тот проповедник из газеты? I said, "Yes." Я сказал, да. He said, "Well, the cops messed you up." Они сказали, полицейские выбросили тебя. We don't like what the cops did to you. И нам не понравилось то, что они сделали с тобой. The cops mess us up too. Они нас преследуют также. You're one of us. Ты один из нас. They said, "Why are you here?" И они спросили, почему ты сюда приехал? To preach Jesus. Я сказал, проповедовать Иисуса Христа. She said, "Well, why don't you go to preach down on 54th Street?" И они сказали, почему ты не хочешь поехать проповедовать на 54-й улице? One of the worst gangs in New York. Там самые ужасные банды Нью-Йорка находятся. One of the rival gangs. Самые насильственные банды. I suppose they thought if they got converted, they wouldn't have a problem with them. Я думаю, что они обратились к Богу, иначе бы они не привели меня с собой. They took me down. Они взяли меня. Knocked at the door in a basement. Постучали в дверь подвала. I preached my first message down in a hideout. И я проповедовал свою первую проповедь в подвале здания. And that was the beginning. В убежище, и это было начало. Of a ministry. Служение. 40 years ago. 40 лет назад. That spread around the world. Которое распространилось по всему миру. Because a country preacher. Потому что деревенский проповедник. I was nothing but skin and bone. Я был просто кожа и кости. My wife used to joke about it. Жена моя смеялась надо мной. She said, "Don't drink red juice; they'll think you're a thermometer." Она мне говорила, не пей красный сок, потому что люди будут думать, что ты термометр. But see, I wasn't a threat to anybody. Видите ли, я не был угрозой ни для кого. I want to tell you something. God is no respecter of persons. Я должен сказать вам, что Господь, Он не лицеприятен. I went to New York for a reason. Я поехал в Нью-Йорк по определенной причине. I wanted to see that the Holy Ghost was more than just talking in tongues and worshiping with a little group all my life. Я хотел увидеть, что Дух Святой это больше, чем говорение на языках и молитва в небольших молитвенных группах. I wanted to prove that the Holy Ghost could save the worst kind of sinners. Я хотел подтвердить, что Дух Святой может спасти самых ужасных грешников. And now there are over 300 drug centers all over the world. И сейчас больше 300 центров по реабилитации открыто по всему миру. Nicky Cruz is now one of the great evangelists around the world today. Nicky Cruz теперь стал одним из самых больших евангелистов во всем мире. Former Mau Mau gang leader on the street. Бывший глава банды Мама в Бруклине в Нью-Йорке.
First time I met him on the street. Первый раз, когда встретил его на улице. He slapped me and said, "Go to hell." Он ударил меня и сказал: "Иди в ад." I said, "Jesus loves you." Я сказал: "Иисус любит тебя." He remembered that. И он помнит об этом. And saved him. И Бог спас его. See, the hand of God, the scripture said, came on Daniel. Видите ли, Библия говорит, рука Божья коснулась Даниила. After time of fasting and prayer. После времени поста и молитвы. You may be pastoring in a small church. Возможно, вы являетесь пастырем небольшой церкви. And I've been there. И я знаю, что это такое. And I know what it's like. Я знаю, чему это подобно. And there's nothing wrong with that. И нет ничего плохого в этом. That's a high calling. Это высшее призвание. That's a wonderful calling. И это прекрасное призвание. I have a message I preach. У меня есть проповедь, которую я проповедую. The church of I, John. Она называется Церковь Я, Иоанн. One member. Один член. John. Иоанн. And he had a church. И у него была церковь. And he said, "I was in the Spirit." И он сказал, я был в духе. On the Lord's day. В день Господень. And out of that one man church. Из этой церкви, состоящей из одного члена. Came a message that affected the whole world. Была дана проповедь, которая влияет на весь мир. And I'm asking you. Я прошу вас. No matter what size church you have. Не имеет значения, какого размера ваша церковь. Ministry you're in. Или в каком вы служении. When God lays hold of a man's heart. Когда Господь касается сердца человека. Things are going to change. Вещи будут меняться. I'm asking God that God will get a hold of somebody here. Я прошу Бога, чтобы он прикоснулся к людям здесь. And say to yourself. И вы сказали себе. There's more to it than this. Есть больше, чем. Now, folks, I pastor a church of 8,000 people. Есть больше, чем что-то. Я являюсь пастырем церкви в 8000 человек. But I still have times that I have to go in crisis praying. Но у меня есть периоды времени, когда я молюсь в этом кризисе пред Богом. Because if I see the first sign that the presence of Jesus has lifted somehow. Потому что когда я только вижу первые признаки того, что присутствие Иисуса Христа поднимается от церкви. If I see that things are just beginning to everybody just getting happy and satisfied. Когда я только вижу, что люди становятся довольны и удовлетворены все. No burden for lost souls. Никакого бремени о людях неспасенных. People satisfied just to see the church full. Люди просто удовлетворены тем, что они видят полную церковь. See, God doesn't care about how big or small your church is. Видите ли, Богу все равно, большая у вас церковь или маленькая. He's concerned about where your heart is. А он волнуется о том, где сердце ваше находится. Are you wanting the presence of Jesus in your midst? Хотите ли вы, чтобы среди вас было присутствие Иисуса Христа? And the heart cry every time I sit in the seat where my brother. И крик сердца, который я слышу каждый раз, когда я сижу там, где братья мои. Я сижу на этом первом месте. И мои пастыря сидят рядом со мной. И у меня крик в сердце моем. И на каждом служении я жду этого момента, когда я знаю и все знают, что Дух Святой пришел, что присутствие Иисуса Христа здесь, и Господь с нами. И Он дает помазание людям и открывает people of their sins. Слух и обличает в грехе. And I've stood in my pulpit. И я стою на сцене. And I said, the very day. И я до сегодняшнего дня. That the Spirit leaves. До того дня, когда Дух поднимется. Or the Holy Ghost lifts. И когда Дух Святой отойдет. And we no longer sense the presence of Christ. И мы не будем больше искать присутствие Иисуса Христа. Because we become so comfortable. Потому что мы стали настолько комфортабельны. And if God bypasses and goes to another group. И если Господь пройдет мимо и пойдет в другой группе. Because we're no longer fasting and praying and seeking His face. Потому что мы больше не постимся, не молимся, не ищем лица Его. We shut the door. Мы закроем дверь. We have no church. Ибо церкви у нас нет. Without the presence of Christ, you have no church. Без присутствия Иисуса Христа у вас нет церкви. And it begins with the pastor. И это начинается с пастырей. If I am not seeking God, если я не ищу Бога, if I'm wasting time, если я трачу свое время, or if I allow my business, или если я позволяю своей the business занятости, of the church, моим административным делам, to take me away from his presence,
меня забирать от его присутствия. I tell our people, я говорю людям своим and all our main pastors, и всем нашим главным пастырям. God didn't call me just fellowship with you. Господь не призвал меня сюда просто общаться с вами. God didn't call me to socialize with you. Просто чтобы у нас было какое-то общение. He called me to give myself to prayer and fasting in the Word. Он призвал меня поститься и молиться, изучать Слово Господне. To come into this pulpit, прийти на эту сцену and preach your kids under conviction, и проповедовать детям вашим в обличении and Духа Святого, keep you and your family from going to hell. И чтобы ваши семьи не пошли в ад. That's my job. И это есть работа. И это есть мое призвание. And when my wife knows and everyone in my family knows. И моя жена знает, и все члены моей семьи знают. When I go into my prayer closet. Когда я иду молиться в свою молитвенную комнату, и я закрываю дверь. I will not allow the devil. Я не позволю ни дьяволу to interrupt me. Прерывать меня. Because when you set your heart to pray. Потому что когда вы располагаете сердце свое к молитве, the devil will come with a conspiracy of interruptions. Дьявол придет с замыслом прерывания вашей молитвы. He will interrupt your life as you've never seen. Он будет прерывать жизнь вашу так, как вы не видели. You have to make a decision. Если вы должны принять решение. Nobody. Никто. Not my wife. Ни жена. My children. Ни дети. No crisis. Никакой кризис. Nothing. Ничто. I will not open the door. Я не открою дверь. No one calls in. Никто не может позвонить. No one knocks on the door. Никто не может постучать в дверь. Because I have an appointment. Потому что у меня встреча. I am there to seek the face of God. Я там нахожусь, I'm there to get a message from God. Искать лица Божьего. I'm there to hear from God. И получить Его слово. And if the President of the United States calls me. И слушать Его, если президент Соединенных Штатов позвонит мне. He would be told this. Ему будет сказано следующее. My husband's talking to God. Мой муж разговаривает с Богом. He'll take your number and call you back when he's done. Оставьте ваш телефонный номер, и он вам позвонит, когда закончит. I've done that with senators. Я делал это с сенаторами. And I've done it over and over again. Я делал это постоянно. I'm not boasting. Я не хвастаюсь перед вами. I'm telling you, God wants your best time. Господь хочет ваше лучшее время. There's a cost. И это стоит. Есть цена этому. You study the life of Ezra and Nehemiah. Когда мы изучаем жизнь Эзры и Неемии, you find the same thing. Мы видим то же самое. I set my heart. Я расположил сердце свое. To seek His word. Изучать слово Его. And His face. И искать лица Его. You hear it from the prophets. Вы слышите от пророков. Every one of them. От каждого из них. I set my face. Я расположил лицо свое. I prepared my heart. Я приготовил сердце свое. I made a decision. Я принял решение. To seek the face of God. Искать лица Божьего. And folks, until that happens. И до того времени, когда произойдет. And it's not just prayer in the church. И это не просто молитва в церкви. It's that secret closet prayer. Это время в вашей молитвенной комнате. It's that burden of the Lord. Это бремя Господне. God is wanting to bring forth a word. Господь хочет проповедовать сегодня. And not from American pastor or evangelist. И не от американского пастыря или евангелиста. What God's going to do in your country. То, что Господь сделает в вашей стране. Is going to be done through pastors and evangelists right out of your own midst. Это будет сделано пастырями и евангелистами из вашей среды. You don't need anybody from Finland. Вам не надо никто из Финляндии. Or Sweden. Или Швеции. Or the United States. Или из Соединенных Штатов Америки. Или из Африки. You don't need anybody to come in here. Вам не надо никто, чтобы сюда приходил. And fire up your soul и зажигал дух and bring вас you revival. И приносил вам пробуждение. It's going to come to your own churches, это пройдет через ваши собственные церкви, and your own pastors, через ваших пастырей, and those who hear a word like this, и которые слышат слово подобное этому, and say, oh God, и говорят, Господь, I am not satisfied, я не удовлетворен, I will not live like this anymore. Я больше не буду жить так. Either you move in my life, ты или должен начать двигаться в моей жизни, or take me home, или забери меня домой. I would rather die. Я лучше умру. Than live in death. Чем буду жить в смерти. I would rather die. Я лучше умру. Than not hear from God. Чем не слышать голос Божий. That's what it takes. Это то, какая цена этого. Life or death. Жизнь или смерть. I listened to all, I'm going to close in just a minute. И я закончу через минуту. I listened to all of these stories on how to build a church. Я слышу все эти истории о том, как строить церковь. I only know one way. Я знаю один путь. I didn't bring any books or tapes. Я не привез с собой никаких книг или кассет. I have nothing to sell you. Я ничего не пытаюсь продать вам. I've got no instructions for you. И у меня одна инструкция вам. Other than this simple message.
Кроме этой простой проповеди. 15 лет назад. I was walking the streets of New York. По улицам Нью-Йорка. I was an evangelist. Я был евангелистом. But I was still working in New York City in the summertime. Но я в то время работал в Нью-Йорке летом. It was late at night. Это было поздним вечером. And I was on 42nd Street and Broadway. Я был на 42-й улице и Бродвее. They call it the crossroads of the world. Этот перекресток называют пересечение мира. And the drug pushers were selling their drugs. И дельцы продавали наркотики. And that very week, a famous basketball player died of an overdose of cocaine. И на этой неделе очень известный баскетболист умер от передозировки кокаина. It shocked the whole nation. Это потрясло всю нацию. One of the best basketball players in the states. Один из самых лучших баскетболистов Соединенных Штатов. And the drug pushers. И наркодельцы эти. We're saying, hey, I got good stuff. Они говорили, у меня хороший товар. I got the best heroin. У меня лучший героин. I got the best cocaine. У меня лучший кокаин. I got the kind that killed the basketball player. У меня тот кокаин, который убил баскетболиста. I couldn't believe what I was hearing. Я не мог поверить то, что я слышал. Death had become the ultimate high. Смерть стала высшей целью. I said, oh God. Я сказал, Господь. They're buying the stuff now to die. Они покупают этот порошок, чтобы умереть. It's not enough to get high. Им недостаточно просто получать наслаждение от этого. Get so high, you die. Они хотят умереть. And I broke down and wept. И я пред Богом рыдал, и я сломился пред Ним. Right on the street. Прямо на улице. I said, oh God. Я говорил, Господь. That means our country is headed for chaos. Это означает, что наша страна идет к хаосу. Thousands are going to be dying. Тысячи людей будут умирать. They're going to hell. И они будут идти в ад. I said, oh God. Я сказал, Господь. Please raise up a church right in the middle of Times Square. Пожалуйста, открой церковь здесь посреди этой площади Times Square. Find a young man somewhere. Найди молодых людей где-то. I'll help him. Я помогу ему. I'll raise money. Я помогу ему собрать средства. I'll come and preach for him. Я буду проповедовать для него. But raise up a church right in the middle of this. Ну, пожалуйста, открой церковь прямо посреди этой площади. Confront this tide of evil. Пожалуйста, противостань этому потоку зла. Right in Times Square. Прямо вот на этой площади Times Square. The Holy Spirit. И Дух Святой. Said you do it. Сказал, ты делай это. You love this city. Ты любишь этот город. You know this city. Ты знаешь этот город. And God made me a promise. И Господь дал мне обещание. If you begin to seek my face again. Если ты начнешь снова искать лица моего. You go into crisis praying. И ты будешь молиться в кризисной ситуации. And you weep over the city. И ты будешь взывать ко мне, рыдать ко мне за этот город. I'll give you a theater that'll take your breath away. Я дам тебе театр, который просто захватит твое дыхание. And I'll fill it with hungry people. И я наполню его людьми жаждущими. And you'll never lack for money. И ты никогда не будешь нуждаться в средствах. My wife was waiting in the hotel room. Моя жена ждала меня в гостинице. We lived in Texas. Мы жили на тот момент в Техасе. Beautiful home. Прекрасный дом. I told her, how am I going to tell my wife? И я говорил, как я эту новость скажу жене своей? We're moving back to New York. То, что мы переезжаем обратно в Нью-Йорк. To start a church. Открыть церковь. But when I got in the room. Но когда я пришел в комнату. She had a smile on her face. Она улыбалась. She said, "You don't have to tell me." Она сказала, тебе не надо ничего мне говорить. The Lord told me. Господь сказал мне. We're back in New York, aren't we? Мы возвращаемся в Нью-Йорк, не так ли? Yes. Я сказал да. I left everything. Я оставил все. But it took months. Но это заняло несколько месяцев. And all I could do. И все, что я мог делать. Was go every week to New York. И каждую неделю ездил в Нью-Йорк. And walk the street. Ходил по улицам. And weep. И я рыдал пред Богом. Just cry. Я просто взывал к Нему. Oh God. Я говорил, Господь. I don't know where to go. Я не знаю, куда идти. I don't know how to do this. Я не знаю, как это сделать. But I know you sent me. Но я знаю, что ты послал меня. I don't have the money. У меня нет денег. It would cost millions of dollars. И здание в Нью-Йорке стоит миллионы долларов. And one day I'll never forget. И одним днем, который я никогда не забуду. I was in Broadway and 51st Street. Я был на Бродвее, 51-й улице. And it was right there. И прямо там. God's Spirit came on me. Дух Господень прикоснулся ко мне. And I just broke down. И я преклонился пред Ним.
Right in the middle of the street. Прямо посреди улицы. Oh, God, I believe in miracles. Ибо Господь, я верю в чудеса. But what do I do? Ну что я должен делать? This is Times Square. Это была площадь Times Square. You said you'd raise up a church. И он сказал: "Ты открой здесь церковь". And I didn't know. Я не знал. The Lord was sending me to 51st Street and Broadway. Что Господь посылал меня на 51-ю улицу и Бродвей. Praying and weeping. Во время молитвы и плача. Right in front of the theater he was going to give me. Прямо перед тем театром, который он даст мне. Didn't know it. Я не знал этого. We started in the junkiest, old, dilapidated theater way downtown. Мы начали служение в самом старом, ужасном кинотеатре в Манхэттене. It was just a piece of junk. Это было просто развалина. I said, Lord, you promised me a theater would take my breath away, and this doesn't take my breath away. И я сказал: Господь, ты пообещал мне театр, который захватит мое дыхание, но я просто расстроен этим театром. He said, just wait. Он сказал: просто жди. And he filled that place. И он наполнил это место. Hungry people. Людьми жаждущими. Drug addicts, alcoholics, prostitutes. Наркоманами, алкоголиками, проститутками. People from Broadway theaters. Людьми с Бродвея, с шоу. The day came. И наступил день. They had to go back to the owner of the theater. Когда я должен был пойти к владельцу театра. And he owned 15 theaters in Broadway. И ему принадлежало 15 театров на Бродвее. And I had a man from my church. И у меня был человек с церкви моей. Who was a businessman. Который был бизнесменом. And I asked him to go with me to see this owner of the theaters. И я попросил его пойти со мной вместе встретиться с этим владельцем театров. And I said, sir, the theater you gave me isn't big enough. Я сказал: тот театр, кинотеатр, который вы мне дали, он недостаточно большой. I need to rent another theater. Мне надо арендовать у вас другой театр. A bigger theater. Больший театр. He said, well, my largest theater is Mark Hellinger on 51st and Broadway. Он сказал: мой самый большой театр это Марк Хеллинджер на 51-й и Бродвее. He said, but we're just about to open a new movie. A new show. И мы хотим там поставить новую постановку. We're just about to put $10 million into it. Мы инвестировали в нее около 10 миллионов долларов. He said, I'll make a deal with you. И он сказал: я заключу с тобой соглашение. I'm expecting this to run 8 to 10 years. Я ожидаю, что это шоу будет идти 8-10 лет. It's going to be the biggest hit on Broadway. Это будет самым большим шоу на Бродвее. And as soon as finished, как только оно закончится, the day it's done, как только будет последний день этого шоу, I rent you the theater. Я отдам тебе в аренду этот театр. He was just putting me off. Он просто отказывал мне. So we started to pray. И мы начали молиться. Kill the show, Lord. Господь, убей это шоу. Kill it. Просто убей его. Destroy it. Разрушь его. I would watch as they were coming out, the people who were fixing up all of the equipment for the show. Я видел, как люди, которые помогают за сценой, они выходили оттуда. I'd hang around the stage door. И я стоял у задней двери театра. And I was listening to these. И я слушал, что они говорят. They said the curtains are falling. Они говорят: занавес падает. The sound's not working. Звука нет. Everything's going wrong. This thing seems to be cursed. Все распадается. Такое впечатление, что проклятие на этом шоу. And my heart began to leap. И сердце мое начало радоваться. Because this is one of the greatest theaters in Broadway. Потому что это самый красивый театр на Бродвее. They opened the show. Они открыли это шоу. They called the preview. Они сделали предварительный просмотр его. And the night it opened, и в тот вечер, когда он был открыт, I was outside the door, я стоял за дверьми. Watched them come up in their big stretch limousines. Я видел, как эти длинные лимузины подъезжали к, people in their big fur coats, к театрам, и люди в меховых одеждах заходили туда. And my heart just sank. И сердце мое просто упало. So, God, this is opening night. И сказал: Господь, это премьера and этого we, шоу. We need a theater that's bigger. We need something, Lord, to house the people. Я говорил: Господь, мы нуждаемся в большом театре. You нам made надо me a, что-то, you made где мы me можем a promise. Разместить людей. И ты дал мне обещание. 15 minutes later, через 15 минут a lady came out in a big fur coat. Вышла женщина в большой меховой шубе. She was about to get in her limousine, и перед тем, как сесть в лимузин, and I ran over to her. Я подошел к ней. I said, what do you think of the show? Я спросил: понравилось ли вам шоу? She said, it stinks, it's going to die in a week. Она сказала: оно ужасное, оно умрет за неделю. It died in 3 days. Оно умерло за 3 дня.
Worst reviews in the history of Broadway. Самая ужасная критика в истории всего Бродвея. Not one good review out of all the newspapers. Ни одного хорошей критики не было из всех газет. Amazing. Удивительно. You see, this is the theater where they mocked Jesus. Видите ли, это театр, где поносилось имя Иисуса Христа. That's where Jesus Christ Superstar played. Это был театр, где было шоу Иисус Христос суперзвезда. And the star of the show was a drug addict. И человек, который был главную роль исполнял, он был наркоманом. And I remembered years before. Я помню много лет до этого. When that theater opened. Когда этот театр только открылся. With the show. Этим шоу. I was an evangelist. Я был евангелистом. And I preached against it. И я проповедовал против этого. I said, what a horrible sin. Я сказал, насколько ужасный грех. Mocking Jesus on Broadway. Поносить имя Иисуса Христа на Бродвее. I got so angry. И я был настолько в сильном гневе и негодовании. God must have a sense of humor. У Господа, возможно, есть чувство юмора. Because he said, if you're going to mock me here, потому что он сказал, если будет поносить имя мое там, I'm going to turn it into a church. Я это обращу в церковь. And that's where I preach. И это то, где я проповедую. Where they mock Jesus Christ Superstar. Место, где поносилось имя Иисуса Христа. Not only that. Не только это. The star who played Jesus. Человек, который играл Иисуса Христа. Got saved. Он спасся. And came and dedicated the church. И он пришел во время посвящения церкви. When he walked in. Когда он пришел. He said, "This is beautiful." Он сказал, что это прекрасное здание. I said, "Well, you were here for years." Я сказал, ты же здесь был много лет. He said, "But I was so high, I didn't ever see it." Он говорит, я был настолько в сильном состоянии принятия наркотиков, что я ничего не видел. He said, "Can I go back in my dressing room?" Он говорит, могу ли я пойти в свою переодевалку? I said, "Why?" Я сказал, почему? He said, "That's where I worship the devil." Он говорит, ну что это место, где я поклонялся дьяволу. I would close the windows. Я закрывал. And light 1,000 candles. Окна и зажигал тысячи свечей. And wait for the demons to come and blow them all out at one time. И ждал, когда демоны придут и затушат их за одну секунду. He's now a preacher. И теперь этот человек проповедник. And we have the theater. И у нас нам принадлежит этот театр. And God answered prayer. И Господь ответил на молитву. How did it happen? Как это произошло? Fasting. Пост. Prayer. Молитва. The hand of God. Рука Божья. Brokenness. Сломленность пред Богом. Simple, childlike faith. Простое сокрушение и детская вера. That God wants to see souls saved. Господь хочет видеть спасение людей. And he loves your town. И он любит ваш город. And your city. И вашу страну. As much as New York City. Точно так же, как он любит Нью-Йорк. And he loves you. И он любит вас. Just as much as he loves me. Точно так же, как он любит и меня. And he wants to use you. И он хочет использовать just вас. Just as he's used any other person. Точно так же, как он использует любого другого человека. You may never raise up some great church. Возможно, вы не построите большой известной церкви. But you'll become the man or the woman God wants you to be. Но вы станете мужем или женой Божьим, каким Бог хочет вас видеть. A voice. И Бог даст вам голос. And he'll give you a message. И он даст вам послание. And he'll give you souls. И он даст вам души. I guarantee it, and the Bible guarantees. Я гарантирую вам это, и Библия вам это гарантирует. Now, this has been a very simple message. Это была очень простая проповедь. And I've just unburdened my heart. Я просто сердце вам свое раскрыл. And I'll bring the prophecy to you this evening. И сегодняшним вечером я буду пророчить. Stand your feet. Давайте встанем все вместе. Heavenly Father, Господь Отец Небесный, will you come? Приди. By your Spirit. Духом Твоим. And will you speak to men? Господь, обратись к людям. And to women. К мужчинам и женщинам. About their need. О их нужде. To begin to seek God. Искать лица Твоего. As never before. Так как никогда до этого. I pray the smallest churches. Я молю тебя о самых малых церквях. In the smallest towns. В самых малых городах. Would be awakened. Чтобы ты пробудил их. Oh God, prepare us. Господь, приготовь нас. Build a foundation for what is coming. Господь, построй основание того, что грядет. You have to have men. У тебя должны быть люди, who are fasting and praying, которые постятся и молятся, who are seeking the word of God, которые изучают Слово Господне, who are desperate, которые ищут тебя в отчаянии. Desperate men. Они просто ищут тебя в жажде. Men who will pray in crisis praying. Которые будут молиться этим молитвой кризиса. Awaken us, O God. Господь, пробуди нас. Not just in church, не только в церквях, but in our homes. Но в наших домах. O God. Господь. Help us to turn off the television. Помоги нам отключить телевизоры. And to pray. И молиться. And to give our hearts. И отдать сердца. And our time to you. И наше время тебе. Oh God. Господь. Forgive us. Прости нас. We have prayed so little. Мы молимся так мало. According to the need.
по сравнению с той нуждой. Oh my God, о Господь Бог мой, I pray for this nation, я молю Тебя об этой нации, that you raise up prayer warriors, чтобы Ты поднял молитвенных воинов, men who weep between the porch and the altar, люди, которые будут рыдать перед Тобою, men who will not let you go, которые не позволят Тебе уйти, until you bless them, пока Ты не благословишь их, bless them with an anointing, благословишь их помазанием Твоим, bless them with souls, благословишь их душами, and with power, и силой, and courage, и смелостью, to go to the neighbors, идти к соседям, and to go into their towns, в города, and with their people, с людьми, and evangelize, и евангелизировать, and reach the souls, и достигать спасения душ, and oh Jesus, Иисус, more than fellowship now, больше, чем простое общение, more than just worshiping, больше, чем простое поклонение, that you will give us the burden to go out, Ты дашь нам бремя идти, and reach our towns, и евангелизировать and наши reach города, our cities, нашу страну, because we heard from God, потому что мы слышали от Тебя, and we've been on our knees, и мы были на коленях перед and Тобой, we've been fasting, и мы постились, and God is opening the doors, и Господь открывает двери, and God is doing the work, и Господь делает работу, not with the ideas of man, не люди, но Бог, but with the moving of the Holy Spirit, Духом Святым. Oh God, overturn our traditions, Господь, переверни наши традиции, get us out of our seats, подними нас с наших мест, and help us to reach human need, и помоги нам служить людям. God, do it, I pray. Господь, сделай это, я молю Тебя. Hallelujah. Hallelujah. Would you raise your hands? Поднимите руки ваши. Would you call on the name of Jesus? Взывайте к имени Иисуса Христа. And would you make up your mind to begin to seek His face? И примите решение искать лица Его. Say, Lord, I'm going to seek Your face. И говорите, Господь, я буду искать лица Твоего. Give me Your burden. Дай мне бремя Твое. I will fast. Я буду поститься. Put it in my heart. Вложи это в сердце мое. Remind me. Напоминай мне. Oh God. Господь. Put your hand on me. Прикоснись рукой твоей ко мне. Touch me again. Прикоснись ко мне снова. And use me. И используй меня. Use me mightily. Используй меня в величестве своем. Will you call on the name of the Lord now? Взывайте к имени Господнему.